Новый сорт цукини, 8 шаров. Плоды круглые, с небольшими светлыми полосами. Полосы также могут быть желтоватые. Этот сорт созревает на 42-45 день после появления всходов. Мякоть белоснежная, сочная, сладкая. Хорошо подходит для жарки, для консервирования. Плодоносит сорт практически все лето. Плоды от полукилограмма до 1,5 килограмма. Откол. Вот такой интересный новый сорт. Всем рекомендую.